Добрый день, друзья! Сегодня готовим трайфл. Кладем в чашку размягченное сливочное масло, сахарную пудру, 2 яйца и какао. Все это мы взбиваем. Пока это все взбивается, я готовлю сухие ингредиенты. Мука и разрыхлитель. Отдельно готовим кефир. Туда добавляем гашеную соду. Добавляем эту смесь к кефиру. Наша масса взбилась. Добавляем сухие ингредиенты. Теперь вливаем кефир с содой. Минуточку взбили, выливаем это в противень и выпекаем до готовности. Готовим нежнейший крем. Сливки 30%, сахар, ванилин. Все это мы взбиваем до пышной пены. Далее добавляем маскарпоне и взбиваем до такой консистенции. Теперь крошим наш бисквит. Готовим наш трайфл. Бисквит, крем, ягоды. Так собираем наш десерт. Слегка придавливаем наш бисквит ложечкой. По желанию поливаем шоколадным ганашем. Украшаем любыми ягодами.